Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Slasher Skip. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы снова на третьем этаже. Так, давайте посмотрим. Можно скинуть вот эти 4 баночки нам на первый этаж. Так, ману можно, в принципе, поставить вот сюда. На быстрый слот. Так, это мы одеть пока что не можем, нам нужно уровень апнуть. Угу. Из этого что-нибудь стоит скинуть? Или все-таки понадеемся, что мы в этот раз сможем добраться до кузницы? В любом случае, все нам прям не понадобится в кузнице. Вот это скинем, пожалуй. Так, вот эти одинаковые компоненты. Вэч, не знаю, как переводится. Навершие, видимо. Или вот эта штуковина, которая, собственно, бьет. Вряд ли мы сможем обе их нацепить. Я даже не знаю, может быть, одну все-таки скинуть. И вот эти три, в принципе, одинаковые камни. Даже не знаю. Давайте, наверное, вот это скинем тоже. А вот это вот оставим. Угу. Вот именно так. Что у нас по урону? 77-104. А, ну да, это чтоб молот, который мы купили. Хотя мейс это вроде как булава, а не молот. Так, здесь никого нету. Есть один товарищ. Так, и там еще может кто-то быть справа. А, нет, там дверь, хорошо. Поживучие стали, твари. Все равно я вас всех победил. Вот так. Что у нас здесь? Так, ты стоишь там, мечник. И там еще один мечник, окей. Сначала посмотрим, что у нас здесь. Обезопасим себе тыл. Ага. Здесь тоже дверь, хорошо. Блин, вот эту тварь я боюсь больше всего, этого кротокрыса. Его не заблокируешь. Поэтому он, наверное, здесь самый опасный противник вообще в игре. Может быть, как-то и можно его блокировать, но я не знаю как. А ты здесь хоть один? Так, там выходы какие-то есть. Да, там будет проход дальше в ту сторону. И сюда. Что за шипение? Так, отбегаем, отбегаем, отбегаем подальше. Есть, вот так нужно с ними делать, но только в том случае, если пространство позволит. Вот, к примеру, здесь коридор был, да, я сумел отбежать. Но в комнате, к примеру, я бы так сделать не смог. Так, там шарик, что-то такое по центру стоит. А, вон что-то такое шипит. Ой-ой-ой-ой. Так, главное сейчас, чтобы я не оказался в ловушке. Вот если выманить его сюда, к примеру, давай-давай, атакуй меня. Они по большей части пассивные, но если ловушка за нами захлопнется, она не откроется, пока мы всех их не перебьем. Это очень сложно и долго. Сложно, потому что их не достать никак вверху, кроме как волшебной палочкой. Их много, поэтому маны нужно очень много. А учитывая, что они перемещаются быстро, большинством палочек по ним попасть, ох, как сложно. Просто пока до них долетит заряд, они уже успеют переместиться и толку не будет.
Вот если сейчас меня попытается кто-то атаковать, будет хорошо. Я смогу его здесь ударить. Но только здесь, потому что... здесь он застопорится. Точнее, не застопорится, как бы, а ему некуда будет лететь. Вот так вот. Вот что я имел в виду. Если бы это было где-то там, то он бы смог маневрировать. Отлично. Ой, мы что-то получили интересное. И ключ. Ключ — это всегда прекрасно. Мы получили палицу шипастую. Так, еще двое. Давайте, давайте. Нужно вот так действовать. Только так. Превосходно. Просто превосходно. Еще один. Где-то он здесь летает, походу, под потолком. А, нет, вон он аж где. Давай. Ману тоже тратить не хочется, потому что мана нужна, если будут противники-волшебники. Давай, ну, блин. Ну, дальше двигаться вперед мне нельзя, захлопнется ловушка. Ну, давай, паскудище. Вот он я, вот он я. Ну? Вот он, ну заметь ты меня. То есть он-то меня видел, но... сама их такая натура. По большей степени пассивная. Давай, вот он я, ну, атакуй, атакуй, атакуй меня. Атакуй меня полностью. Давай, я весь твой. Ну что ты там лбом уперся? Сколько я еще стоять здесь буду? Да, у меня такая осторожная очень тактика. Потому что я знаю, что здесь же противники довольно сильные. Походу ему на меня глубоко наплевать. Вообще. Ну давай, вот оттуда стартуй. Да твою ж дивизию. Нет, походу он не хочет меня бить. Ладно, придется, наверное, рисковать. Где-то там... Ладно, сейчас если не атакует, то будем рисковать и зайдем внутрь. Да атакуй меня уже. Я уже устал стоять здесь с поднятой рукой. Знаешь, эта булава довольно тяжелая. У меня уже рука устала. Так, ладно, сейчас зайдем, только откуда тогда лучше его встречать? Лучше, чтобы он подальше куда-то отлетел. И атаковал нас издалека, чтобы у нас была секунда хотя бы как-то сманеврировать. Все, я в ловушке. Так. Ну, я пришел к тебе в гости. Ты ведь этого хотел? Да чтоб ты был здоров. Он все равно не хочет меня атаковать. Я не хочу ману тратить на тебя. Оп. Опа. Повезло. Фух.
Благодаря столбу он не смог сманеврировать на меня. Так, что тут еще мяско есть? Мясцо, это хорошо. О, даже два зелья. Превосходно. Так, что тут такое? Вот сюда падает из трубы что-то. Мясо какое-то или что? Так, ты там вроде прилип, да? Ну, он издалека достает. Довольно-таки издалека. Ой, помазал. Ох, сколько с него выпало. Так, хилд. Хафт. Ой, сколько он нам снял, посмотрите, одной атакой пол жизни почти, офигеть. Ну все, тогда придется кушать. Так, сначала мы пособираем то, что нужно собрать, а потом уже посмотрим, что мы уже собрали. Ну, давай эту баранью ножку или что это, куриная ножка. Блин, походу не могу ее оттуда достать. Она там забаговалась. Ладно, где-то у нас еще здесь должны были быть. Где-то я оставлял позади, вот. Вот так должно быть по максимуму теперь здоровья, да, хорошо. А теперь смотрим. Очень даже неплохая штуковина. Чуть-чуть похуже, чем у нас, нужно будет ее скинуть. 76-106. Это даже чуть-чуть получше, чем наша. Ты смотри. Хотя здесь у нас добавлялся навык. А, это для волшебных палочек кинетических. Нам такое не нужно. Так, а это что-то новое. Морнс. 5% атаки, которую по нам нанесут, вернется атакующему. Угу, понятно. Так, армор 33, даже лучше, чем вот это, ты посмотри. Но здесь есть воровство жизни и арахнофилия. Интересно, что это? Так, Bloodlust, Mind Blast. ХП намного повысится. Вот это классная штуковина. Так, вот это нужно скинуть тоже будет. Неуязвимость на 11 секунд, вот это круто. Вот это что-то бесполезное, в общем. Я так думаю. Разве что для красоты, но пускай будет так. 40 маны добавляет, окей. Так, ну что, пока что оставить вот это. 77-104, 76-107. Пока что оставим нашу вот эту штуковину. Ну вот эти... Вот эту мы точно скинем. Вот эту можно при себе пока что поиметь. Либо тоже скинем. И вот это скинем. Да, и вот это скинем, и вот это бы, наверное, скинуть. Мне интересно, что такое арахнофилия. Хотя нет, давайте по-любому скинем ее и все. Чтобы освободить немного инвентарь, можно даже сейчас это будет сделать. Только посмотрим, что здесь где. Так, здесь проход туда. Так, а это в ту же комнату. Угу. Можно будет с той стороны выманить вот того, с этой стороны потом выманить вот этого. И начать с вот этого. Ага, там бафер. Бафер — это плохо. Так, вот эту скидываем сразу. И вот эту скидываем тоже. Это скидываем, да еще вот эту скинем тоже, пожалуй. Просто если мы умрем, у нас декса не будет 10, и мы то одеть не сможем, наверное.
Да, скинем, пожалуй. Так, куча прибамбасов. Так, это зелье уже получше, смотрите, кстати говоря. ХП плюс 40. Надо сделать вот так. И вон, на вот это сюда. Если что, вот эти потом тоже скинем, если начнут выпадать вот эти зелья. Угу. Хорошо. Так, кстати, а нам ХП добавилось, нам нужно еще скушать что-то. Слушайте, хорошо. Вот так сделаем. Так, как мы поступим? Вот тут бафер меня пугает, до него очень далеко бежать. Получится ли у меня завалить, к примеру, вот этого? Что если волшебной палочкой бахнуть в бафера? Пока что маны хватает. Так. Сколько ему понадобится? Ну, два. Еще раз нужно. Ладно. Блин, еще живой. Давай-то голову ему попасть попробуем. Да тварь еще живой, блин, мана тратится жестко. Офигеть. Просто офигеть, он все еще живой. Офигеть, да он еще живой, да вы шутите. Так и он их бафать начал. Красота просто, просто жесть. Так, тут сюда не пройдет, наверное. Я надеюсь, он себя там не вылечил. Паскудище такое. Блин, я не хочу тратить всю ману. Давайте мы все-таки попытаемся их выманить сюда. Уведем их подальше от этого баффера. Так, еще один меня заметил. Опа. Один прорвался. Почти прорвался. Так, только не надо вдвоем, пожалуйста. Втроем точно не надо. Пожалуй, да. Не, ребята, вы шутите, что ли? Никто не хочет уступить дорогу. В итоге двое там, трое, точнее, застряли сразу. Попытаться их выманить с той стороны, чтобы они как-то разбрелись. Потому что здесь, походу, они уже не разминутся. Ой! Ой-ой-ой. Да, здесь я уже проявляю сильную осторожность, потому что очень опасно. Так, сколько вас здесь? Сразу двое, там третий быстро прибежит. Пробуем теперь вот так. О, один, хорошо, иди сюда. Ой. Да, блин, не достаю из этого, из этой бочки. Ладно. Так что ж такое, одновременно ударили, он меня в итоге задел. Ладно, иди сюда, быстренько. Давай сделаем это быстро. Тот нужен мне. Но тот меня не видит вообще. Ладно, того мы обработаем с другой стороны. Так, здесь нет ли ничего, что еще можно было бы сожрать? Ага, нет. Вот эту ляжку. Стоп, и сможем все-таки ее съесть. Смогли. Превосходно. Прям превосходно. Так, тот все еще там, да? Хорошо, отлично. Так, чувствую я, эту карту мы будем долго открывать. Так, нужно его подальше сюда выманить, чтобы тот его не бафал. С
С этими еще чем попроще, с мечниками. У них меч в правой руке, и, соответственно, я знаю, с какой стороны он будет атаковать. Хотя он может, наверное, слева атаковать, но, как видите, пока что только справа бьет. Но при этом он может снизу бить, сбоку, сверху, наискосок, так что это все тоже нужно учитывать. Так, ну мы возьмем, чтобы продать. Так, нужно того теперь выманить. Один он остался, и все. Тогда я смогу просто добежать до баффера, уже бафнуть его. Блин. Черт, ну вот он я. Да что ж ты такой... слепой, как... не знаю что. Не буду дверь закрывать, если он выйдет, все-таки пускай выходит, я буду только рад. Черт. Мне интересно, в этой игре вообще есть какое-то стрелковое оружие, кроме волшебных палочек? Лук, к примеру, арбалет или что-то такое? Я боюсь, я не смогу его убить, пока его будет бафать баффер. Точнее, он его либо бафает, либо лечит. И до баффера я не добегу, потому что мне нужно будет через вот этого пройти. Он мне сейчас загородит проход, как только я начну подниматься. И обратно сюда бежать я не смогу. Это может быть проблемой на самом-то деле, но... даже не знаю. Так, сколько у нас зелий маны? Стоит все-таки палочкой попробовать его. Ага, то есть себя он не лечил все-таки. Тогда все прекрасно, в принципе. Так как ты меня задел? Я тебя одновременно бил в этот момент. Ну, поодиночке они, в принципе, как видите, не страшны, хотя вначале, когда я его убил, он тоже меня смог ударить. Так, подлечиться, может быть. Ну, посмотрим, что будет дальше. Походу, он лечил их все-таки. Красный, это ж жизнь. Не влазит. Плюс 11. Отлично. Шапка плюс 9, а у нас на плюс 8. Ее надо будет скинуть вниз. Посмотрим, на продажу бы оставить мечи. Так, давайте как-то вот так вот рассортируем. Так. О, перекус. Перекус — это прекрасно. Вот так. Так, куда это мы так попадем? Блин, там кротокрыс. Твою дивизию. Так, я хочу сначала скинуть все. Потом, может быть, все-таки попытаться этого кротокрыса как-то обойти. То есть пойти в другую сторону. Быстрая скорость — это, конечно, классно, но... даже не знаю. Может быть, против кротокрысов как раз было бы неплохо. Ладно, не надо.
Может, все-таки сразиться с ним, с кротокрысом, чтобы туда, в угол карты дойти. Удобнее было бы потом ориентироваться. Так, там замедлялочка, вот эта луша. Так, если что, я отбегаю, куда я отбегаю? Туда отбегаю. Здесь его толкнуть сюда не смогу, потому что если отсюда я его толкну просто туда, наискосок, вряд ли он прям здесь так станет. Это сомнительно. Ладно, сразимся с ним. Что делать-то? Иди сюда. Там еще и мечник, елки-палки. Нужно, чтобы он меня не заметил. Хорошо. Отлично. Все прекрасно. Ну, давайте сюда, не хочу на эту лужу становиться. А, смотрите, я могу его толкать. Вперед, с собой. Вот так, опа. Так, ты стреляющий у нас. Окей, давай стреляй. Ой, блин, я хотел, чтобы он в другую сторону стрельнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас не все хорошо с жизнями, поэтому придется зельем воспользоваться. Так, а сколько у нас вот это восполняет маленькое? 20? Там слабо очень. Что-то выпьем. Сколько мечей мы уже подобрали, а? Угу, там еще и такой, понятно. Может, все-таки выпить маленькое зелье? Давайте вот так сделаем. Есть, прекрасно. Так, основание. Ать! Застрею из-за него. Так, здесь больше нет летающих? Нет. Да блин, как он меня все-таки попал-то? Я ведь защитился. Так, что-то у меня оружие не захотело обратно в изначальное положение возвращаться. 21 армор. Ну, по армору-то, в принципе, неплохо. Можно будет скинуть его туда нам, и все, на первый этаж. А там уже разберемся постепенно, надо будет оно нам или не надо, если что, выкинем. Так, по здоровью мы еще живы. Там, наверное, бафер есть. А, нет, там летающая тварь. Так, иди сюда. Хорошо. Слушайте, а мы живем. Возможно, все-таки дойдем до четвертого этажа. Да твою ж дивизию. А, здесь ловушки нету. Оп. Да, блин. По нему попади еще, попробуй. Да нет, твою дивизию, как по нему попасть-то? Черт, нужно его выманить. Он летает от пропасти, и я не могу ничего с ним сделать. Ну, то есть мог бы волшебной палочкой, но маны придется потратить. Вот так, все хорошо. Вау, что-то интересное. Да блин, не то я хотел. Так, иди, крылышко, не мешай. Так,
Вот этого скинем сюда. Вот это мы возьмем. Я уже видел, что оно слабенько. 27-32, но очень быстрая скорость атаки. Ага, требует ловкости 11. Так, огнем добавляет еще 4-9 дамага с шансом 26%. Но все равно будет слабая, даже так. А на продажу. Или на алтарь его скинем. Кстати говоря, это уже необычный предмет, так что думаю, за него нам что-то дадут. Так, ну, скидывайся туда. Вот, хорошо. Крылышко. Не, крылышко не хочет, рискованно. Так, там у нас сохранялочка. Это очень прекрасно. Отлично. Слушайте, я очень хочу найти кузницу. Очень. Так, там у нас ты и лизун, да? Этот лизун не стреляющий, так что сделаем так. Выманим зомбика. Теперь с лизуном разберемся. Больше нет никого? Ну, здесь, в принципе, не ловушка. Ить! Ой, сколько с него хорошего. Так, что у тебя здесь? У нас 25. Не надо. 12 армора штаны. Так. Это пускай будет, даже не знаю. Давайте пока что скинем мечи. Возьмем штаны. Перчатки какие-то хорошие. И шляпа, которая нам не помещается. Ну, сейчас посмотрим. Так, штаны. А вот эти нужно скинуть. Угу. 14 армор. Она всего лишь 4. Но нужно 11 декса. Так, шляпу. У нас шляпа. Армор плюс 9. Так, давайте мы сделаем таким вот образом. Это пока что сюда. Берем вот эту шляпу. Но эту шляпу я тоже хотел бы оставить, скинуть ее вниз. Блин, слишком много всего. Прям не знаю. Да нечего мне скинуть, в принципе. Ладно, оставляем пока что все это здесь. Если найдем торговца, будет прекрасно. Кстати, а мы сейчас сбегаем и скинем все сразу. Почему бы и нет? Так, здоровье медленно восполняется, поэтому я по чуть-чуть так вот пережидаю перед тем, как есть следующее. Так, здесь все гнилое сверху, да? Ой-ой-ой, какой я неаккуратный! Что поделать? Ну, такой я. Так, ну, жуков я есть не буду. Если у нас будет навык арахнофилия, то, скорее всего, мы можем их жрать. Сможем. Это будет неплохо. Итак, хорошо. Сейчас мы сбегаем. Далековато, правда, но ничего. Сбегаем, скинем все, что нужно скинуть. Так, стоп, нет. Я не отсюда пришел. Я пришел отсюда. Так, вот, отлично. Так, скидываем вот это, скидываем шляпу. Я хотел еще что-то скинуть. Нет, но это мне все пригодится. Вот это на продажу. Ладно, еще штаны нужно принести сюда.
штаны неплохие, особенно для начала, они будут очень даже неплохие. Ну, я уже, по крайней мере, очень уверен, что если мы умрем, либо сейчас, либо на следующем уровне, то первые два уровня мы точно уже с легкостью пройдем. Потому что я уже накидал туда неплохого лута и оружие хорошее. То есть до третьего этажа мы точно дойдем, без проблем. Так, что-то мы еще можем подобрать? Нет. А хотя нет, меч еще один сможем взять. Вот так. Так, отсюда выход вообще есть куда-то? Нет. Здесь тупик, так что нужно будет только туда бежать. Ну хорошо, сначала опять отнесем. Да, я очень медленно прохожу, ребята, но зато аккуратно, знаете, такое выражение, тише едешь, дальше будешь. Я уверен, что есть хардкорщики, которые пробегают там буквально по 5 минут эти данжи. Там первый этаж за 5 минут, второй этаж за 5 минут, и в итоге там за час доходят до конца игры. Но я не хардкорщик, для меня это, во-первых, сложно, во-вторых, ну не люблю я так быстро пробегать. Мне интересно все это посмотреть, подумать, решить, что же взять, что же выкинуть. Тоже вот так вот скинуть куда-то. Все. Превосходно. Так, стоп. Оттуда мы куда еще могли попасть? Ага, там еще сверху двери есть. Ну ладно, давайте уже этим путем пойдем. Само собой, мы потом все исследуем. Нам очень важна прокачка. Поэтому просто пробегать мы не будем. Так, можно взять, в принципе... Что еще взять? Это возьмем. Так, перекусить здесь больше нечего, нечего. Ладно, окей. Ага. Ты там один? Ой, нет, не один. Блин, надо его выманить. Ты глухой? Смотри, тут бочку на тебя качу. В прямом смысле слова, причем в буквальном. Ой. Так. Да блин, ну как же так? Одновременно, когда бьем, то в проигрыше всегда я. Можно было бы, конечно, взять быстрое что-то, оружие, но пришлось бы убить, наверное, минут 3. Есть. Так, сила плюс 5. Это тоже для крафта. Так, ну меч мы больше взять не можем. Будет хорошо, если где-то здесь торговец окажется. О, ты за... Ты раз... Нет... Ай, черт! Так, стреляют сейчас. Да блин, твою ж дивизию. Стреляй. Да твою ж дивизию ж. Не, ну офигеть, на высоте специально завис, там, где я его достать не могу никак. Нужно его сюда выманить. Он хитрый, такая хитрая жопа летающая. Эй, да твою ж дивизию! На тебе! Так, длинный меч, который вообще бесполезный абсолютно. Так, не, ну нужно подлечиться. Вот так вот сделаем. Ух, тварь какая! О, здесь мы перекусить сможем. Возможно, зря я подлечился. Неужели здесь никого нету? Ну, само собой.
Ну кто первый? У кого первого нерв сдадут? У тебя, само собой. Удар по лицу, это хорошо, по лицу урон повышен, поэтому будем бить по морде. Хорошо. О, кстати говоря, мы можем уже уходить. Давайте пройдем сюда, чтобы отметилось на карте. Вот так вот. Но еще мы не будем уходить. Ой, какой я неаккуратный. Почему столы не поприкручивать к полу? Что это, колбаска? Так, а вот это вот повышает ману. Я специально вот последил сейчас за показателем маны. И да, но правда совсем чуть-чуть добавила она нам маны. А вот еще репка. Так, я уже сожрал здесь кучу всего. У меня уже полный живот должен быть. Но все равно не по максимуму отличился. Так, что там? Баффер и целая толпа вот этих тварей летающих. Ух. Так, ну само собой мы сюда пойдем, по-любому. Только как бы лучше это сделать? Так, ну туда мы заходить не будем, значит мы сейчас вот туда. Так. Открывается, не захлопнется обратно, потому что ключ-то у меня только один был. Кто знает. Делаем так и бегаем. Давай, иди сюда. Ага, оно тоже отлетает в сторону, видите? Слушайте, может поставить на быстрый слот какой-нибудь быстрый меч? Отбегаем. Так, есть. Ой, штанцы хорошие. Так, никто там на меня не нападает. Так, ладно, потом их возьмем. Так, я могу вот так вот их скинуть. Снять вот эти, взять вот те. Да. Ага, нет, не могу. Блин, теперь я вообще без штанов. Твою ж дивизию. Черт. Как раз когда я без штанов. В самый неудобный момент такой, ну. Ой! Промазал. Стреляй. Угу. Да блин, не пойду я к тебе. Поверь. Ты что, не можешь через штаны попасть в меня или что? Через текстурки как-то? Ага, нет, все-таки как-то может. Да блин, не пойду я к тебе туда. Не надейся на это. Да твою ж дивизию, вот он развернулся ко мне спиной и специально так подставил. Типа, подходи и бей меня. Потом резко выстрелил, прямо из-за спины. Они стреляют, не разворачиваясь. Твою дивизию. Что мне с вами делать? О! Ну, давай еще раз так вылети. Угу, не пойду я к тебе туда, размечтался, сейчас. Вот как это делается. Так, какие у нас получше вот эти штаны получше? Сразу же их одеваем. Неплохие взять бы их с собой, в принципе, и скинуть. Так, и меч возьмем один. Так. Так, там еще что-то.
10 интеллекта нужно. А мы, кстати, уже вот-вот прокачаемся с минуты на минуту. Ай, блин. Ай-яй-яй, я застрею тут. Так, а мы далеко сейчас? Мы туда, наверное, пройдем обратно к началу, если что. Там никого нету. Да ладно. Ой, блин, плохо, там слева еще один такой же. Да, только не застрять. Ой, плохо. Так. Карта не помещается. Потом возьмем карту. Плевать на карту. Ай, дай, твою ж дивизию попытался вернуться и неудачно. Да чтоб ты был здоров. Есть, отлично, левел. А теперь мы с тобой пообщаемся. Здрасте. Бей. Что это такое? Почему после его удара у нас красным засветилось? Или так всегда было, я не замечал? Так, амулет бесполезный, меч бесполезный. Так, первым делом. Просто пожрать. Так, о, у нас полно маны. Превосходно. Просто превосходно. Даже еще репку скушаю на закуску. Так. Где там у нас была карта? Угу. Вот это вот сюда, и тогда мы сможем ее взять. Но ее я хотел бы взять с собой наверх, на следующий этаж, и посмотреть, будет ли она там работать, или она четко для этого этажа. А, смотрите, да, требуем уровень 3. Ладно, используем сразу. Че уж там. Здесь кузница есть, ребята, смотрите. Так, вот туда мы пройдем и пойдем в кузницу. Вот это круто. Наконец-то. А, здесь окно просто. Я думал. Что-то еще. Так. Что у нас там? Там проход куда-то. Ага, понял. Ты тут, иди сюда. Не, не получится его на ловушку насадить. Хотя сейчас попробуем развернуться вот так. Давай еще раз. Вот как это делается. Так, тупик. Так, там у нас лизун. Угу. Хорошо. А вон кузница, да? О, слушайте, прекрасно. О, еще и алтарь. Давайте, знаете, что мы сделаем? Во-первых, прокачаемся. Про это я совсем забыл. Нам нужно 11 декса. Так. А, подождите, это кольцо, это не для крафта. Так, интеллект на 2 поднимает. Вот это кольцо, кстати говоря. Но вот это сила плюс 5. Криомансер. Ой, неплохо. Вот так пусть будет. Это кольцо мы скинем обязательно. Тогда нам нужно интеллект поднять. Так.
Вот, уже совсем неплохо. Так, я предлагаю сейчас сбегать, скинуть все, что лишнее. Или сначала уже разобраться с лизуном. Давайте сначала скинем, потому что вдруг еще из лизуна что-нибудь выпадет, а нам уже некуда взять-то. Так, а куда нам пройти лучше? Так, а что у нас здесь? Так, это атакующему возвращается 5% дамага. Какие-то летающие головы, это что, про вот те вот черепа? В общем, какие-то головы взрываются с 50 единицами огня и вспышкой радиусом 60. Слушайте, у нас неплохие, очень даже неплохие навыки. Ну, по крайней мере, мне нравится. Так, куда нам там? Сюда. Слушайте, игра реально крутая. Офигенный рогалик. Хотя я в такое крайне редко играю, потому что я нетерпеливый, я очень люблю повторяться и, допустим, после смерти опять проходить то, что я уже прошел, но для этой игры я просто вот сделал исключение. Настолько она меня завлекла. Я думал, побегаю в нее там чуть-чуть пару раз чисто для себя, ну, чисто для разнообразия, пробежаться и выключить и забыть. Но нет, я не могу от нее отлипнуть, реально. Насколько крутая игра. Так, кстати, мы теперь можем вот это одеть. Давайте сначала посмотрим, что мы скинем. Вот это мы обязательно скидываем. Ведь так, а оно декс повышает. Так, штаны мы скидываем обязательно. Ты уже решил, кольцо мы скидываем обязательно. Вот эти зелья, даже не знаю, они нам еще могут понадобиться. Вот эти падают нечасто, я смотрю. Мы сейчас будем в кузнице, поэтому все, что для выковки нам нужно, оставляем. Так. Давайте вот так посмотрим. У нас сейчас на силу. Это на декс. Да, вот это мы скинем тоже. По поводу перчаток. А, плюс 14. Дальние атаки. Арахнофилию нам даст. Здесь добавляет 2 декса. То есть у нас снимется 2 декса, да? Стоп, это не перчатки, это вот эта штуковина. О, я-то думал... А я-то думал перчатки. Тогда без проблем, здесь у нас никаких эффектов нету, просто 11 защиты. Это мы скинем. В принципе, и все. Это все, что мы скинем. Так, места у нас, в принципе, совсем немного. Можно было бы подобрать что-то здесь. Так, кстати, давайте посмотрим арахнофилия. Что это нам даст? Ага, мы можем поедать пауков и восстанавливать 3,8% от нашего максимума маны. Пауки нам будут не жизнь восстанавливать, но ману. Вот это, в принципе... Очень даже круто, потому что мана здесь — это ресурс, который расходуется просто вот настолько быстро, что быстрее некуда. Поэтому волшебникам здесь играть вообще не прокатит никак. Пара выстрелов и все, и мы беззащитны. Быстрее, мне уже не терпится, я хочу в кузницу. Так, не буду пока что собирать, наверное, эти мечи. Или возьму. Так, может... Давайте не будем пока что тратить этих пауков. Хотя какой смысл, потому что у нас все равно полная мана. Да и жрать насекомых как-то это слишком жестко. Так, о, вот что я искал.
Превосходно. Ага, ну почти максимум, еще не максимум. Ну вот так вот будет максимум. Хорошо. Так, может быть сначала с лизуном разобраться уже. Так, что у нас там? Здесь я был вообще? А, здесь тупик. Просто я не подошел так близко, чтобы прорисовалось. Давайте уже с ним разберемся, просто чтобы знать, что мы здесь все полностью зачистили. Это вроде последнее помещение еще не зачищенное. Хотя нет, там тоже еще есть дверь куда-то. Ты один здесь, да? Сюда выбежишь на меня, а? Да ладно. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Блин, хитрая какая тварь. Опа. Еще один удар нужен ему. Он хитрый, он сюда не идет. Вот так. Так, кольцо бесполезное нам не надо. Ух ты что, что-то крутое. Так, нет, длинный меч это не крутое, а вот та булава это нечто крутое. Так, давайте мы здесь вот скинем мечи к этому. Потому что булава, наверное, займет много ячеек, да? Стоп, и там еще есть амулет, тоже бесполезный. Так, у нас сейчас 77-104, а здесь 100-147, нужно 13 интеллект, это нам еще нужно 4 уровня прокачать. О-хо-хо. Я думаю, можно его скидывать, вряд ли мы так прокачаем в скором времени 4 уровня, чтобы его одеть, использовать. Так, а что там? А, здесь алтарь, я про него забыл совсем. Так, ну что, давайте попробуем что-нибудь на алтарь положить. Что у нас такого есть? Вот. Вот тебя я хотел скинуть. Надеюсь, нас сейчас не ударит ничем. Не будет наказания. Так, мы в общем, награждены за что-то. Чем? Зельем? Одним? Да ну вы шутите. Не, в принципе, зелье неплохо тоже. Ладно. Даже не знаю. Репасты можно здесь сделать. Ух, смотри, здесь репасты есть. И скинуть его все-таки. 100-147, ну как жалко это выкидывать, но 13 интеллекта, но это еще черт знает сколько времени я не смогу это использовать. Ну и при себе иметь постоянно, оно занимает кучу места. Натурально. Если бы знать, что за него хотя бы оружие какое-то получу нормальное. Может чуть-чуть похуже, но все равно хорошее, но так, черт его знает даже. Давайте пока что оставим. Так, а что я там выбросил? Там ничего нет такого, что можно было бы... Что можно было бы на алтарь положить? Да нет, вроде ничего такого я не оставлял нигде. Да. Так, у меня, в принципе, есть место, чтобы еще взять один меч там. Какой-нибудь получше. Вот этот, например. Ну и, наконец, ребята, самое-самое интересное. Кузница. Так, здесь еще ящик есть какой-то. Так, наковальня и печь. Что у нас здесь? Ага, это, наверное, то, что... Да. Окей, талисман такой. Окей, ну, опа, это что-то интересное. Декс плюс 6. Так. Ну, возьмем, сейчас посмотрим, поэкспериментируем. Так, в чем разница? Мы здесь можем делать... В принципе, без разницы, что ли, да, где мы делаем. Ну, окей, нам нужно что? Shaft Blade. Shaft, вот это то, что по-любому нужно, да? Так, вот мы сюда ставим, мы можем что делать? Так, вот двигать его. Угу. А будет ли это влиять на то, как мы потом его в руки возьмем, насколько оно длинное будет? То есть я его поднимаю повыше, чтобы оно было подлиннее. Так, и обязательно еще голова нужна какая-то. Head. Орнамент.
В качестве головы оно не подойдет, да? Компонент Hilt, Gem, Wedge. Ага, вот это можно использовать в качестве... Так, его повыше поднимем. Так. Так, почему ты вот этот берешь? Вот этот я хочу. Шарик теперь, может, его сюда поставить или вообще как-то так его. Меня смущает вот этот тростник в качестве основания. Что мы еще можем сюда теперь? Так. Сила плюс 4. Добавит ледяную магию, в общем. Здесь 15%, здесь 23,2%. 10 инты будут требовать, если я поставлю вот этот камешек. Угу. 10 инты. А я не могу еще вот это поставить, допустим. Нельзя. То есть изголовье может быть одно. Я вспомнил это слово изголовье. 43,76, а вот этого... Блин, так не посмотреть, да? Ладно. А, подождите, это оно и есть, что ли? А, тю, это оно и есть. Окей, да-да. Сюда камешек поставить куда-то. Мы его можем поставить вообще куда угодно, я смотрю, да? В воздухе будет летать, не, ну это перебор будет. Вот так пускай будет. О, вот так красиво, кстати. О, хорошо. Так, где-то там у нас здесь, да? Вот так вот на лезвие тебя поставить. Или вот так вот где-то. Ну, почему бы нет? Еще что-то мы можем нацепить, смотрите. Это нам ничего не даст, так понимаю. Только чисто вот для красоты, там, рукоять, к примеру, да? А, вот это я бы нацепил бы с радостью, но 10 интеллекта, это я еще не скоро. Очень не скоро, только через несколько уровней смогу его взять в руки. Блин. И то это как рукоятка вообще считается, да? Не можем мы выше поднять его. Ну ладно. Так, можем рукоять поставить даже вот так вот, но это странно будет в воздухе летать. Вот так пускай будет, рукой будем за нее держаться. Вроде такая мягкая. Ну что, пробуем выковать, ребята. Так, это вообще бесплатно, да? Что означает 6 из 8? Вот это не понимаю, что значит 6/8. Ладно, давайте попробуем, ну что. Имя. Имя можем ввести на каком языке? Так, на русском не вводит. На английском вводит. Как тебя назвать? Я не знаю, ребята, как его назвать, поэтому назовем его как-то так. Так, ну, само собой, у нас полный инвентарь, мы не можем его взять. У него атаки повышает силу и декс, зато давайте мы сейчас что сделаем. Мы посмотрим, что мы можем выкинуть. Меч один, к примеру. Возьмем вот это. У него в чем прикол? У него эффекты. Вот сейчас посмотрим. Так, 43,76. Это слабая очень атака, само собой. Но скорость уже не такая медленная. Плюс 4 сила, плюс 6 декс. Еще плюс 4,8 дэмэджа нанесет. Я не знаю даже. Можно попробовать будет кого-то завалить им, одного там. Как-нибудь найдем, да завалим.
Эти штуки, в принципе, бесполезны. Они ничего не дают нам. Что их можно выкидывать. Так, меч уже взять не могу, да? Слушайте, ну, конечно, прикольно. Прикольно было так поиграться, скажем так. Может быть, скинуть его нам на первый этаж? Хотя это мы получше вроде скидывал, да? А давайте просто взглянем на него. Но оно побыстрее, чем то, что у нас. И выглядит, конечно, покруче. Если бы только еще палка была нормальная, а не тростник вот этот. Который, кажется, сейчас прямо хрустнет одного только его веса. Может, лучше было сохранить те все камни? Может, вообще глупость сделал, то, что их потратил, ребята? Я даже не знаю. В любом случае, давайте мы... Так, где у нас? Пойдем наверх. Туда. Пойдем наверх. Что нам еще остается-то, а? В принципе, больше ничего. Мы здесь полностью все зачистили, я смотрю по карте. Да, смотрите, тупиков, точнее, еще неисследованных областей у нас нету. Все зачищено. Окей. Окей. И завалить даже некого. Ух, мы на четвертом уровне уже. Здесь я не был никогда. Смотрите, здесь все отличается. Вау. И двери другие, совсем все другое, слушайте. А можно я обратно спущусь? Это очень жалко. Если бы можно было спускаться обратно, к примеру, к кузнице, было бы просто нереально круто. Так, здесь уже лизун, я его боюсь. Но в любом случае... Дальше мы продолжим играть уже в следующей серии, так что спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди, удачи, друзья, встретимся в следующей серии, пока-пока!